Добрый день, меня зовут Кравченко Екатерина, я являюсь тренером конного клуба «Парадар» и веду вольтежировку. Вольтежировка – это необычная конная дисциплина, потому что всадник на лошади не управляет, а только выполняет различные упражнения на разных аллюрах лошади – на шагу, на рысе или на галопе. Управляет лошадью только тренер. Это позволяет всадникам развивать баланс, гибкость, доверие к лошади и свою физическую форму. Программа занятий совершенно разная для людей начинающих и для тех, кто уже имеет хорошие навыки и хороший уровень верховой езды и физической подготовки. Начинающим мы работаем просто на доверие, баланс, самые простые переносы ног на лошади, заскоки на колени, езда без рук, езда с закрытыми глазами. А более подготовленные всадники могут выполнять на галопе самые сложные упражнения – это мельница, хлопки и ласточка. Будем рады видеть вас на тренировках по вольтежировке в конном клубе «Парадар».